тягость совсем, приходи на чай в избу мою, я смородину с сахаром ем и про родину песню пою. Бог всем с умыслом раздал по отчизне, души с неба разбросал. Пролетая, видно, грешники, мы все в прошлой жизни, раз нам в родине досталась святая Россия, златоглавая столица. То ли скажет веселиться, а то ли скажет веселиться. Это ж сколько жизнь в тебе намешала, царство Божие и красные флаги. И чтоб людям голова не мешала, они горькую сосут, бедолаги. А во хмелю, конечно, жить интереснее. Я лишь словом от греха откупаюсь, пой мне, родина. Печальные песни я в мелодиях твоих искупаюсь, Россия, семигорбая столица. То ли скажет веселиться, а то ли скажет веселиться. Я в избушке живу, сочиняю про мать, в поле косят траву, слыша, нам все равно. И я крашу забор перед тем, как сломать. Тащу до сих пор надувное бревно далеко до развязки. И от ягод красных в горле изжога, а мне рассказывала бабушка сказки. А я смеялся, что она верит в Бога. Я смеялся по наивности детской, а ты со сказками в меня просочилась, перепачканная грязью советской, но не сдавшаяся черту на милость. Россия, да непокорная столица, то ли скажет веселиться, а ли скажет, так лежит тебе в тягость совсем. Приходи на чай в избу мою, я смородину с сахаром ем и про родину песню пою. Сегодняшняя наша встреча могла не состояться. По очень простой, может быть, для кого-то и уважительной, но для меня достаточно странной причине. Меня в течение получаса местная милиция, вот которая здесь работает в здании администрации, не пускала сюда, в студию. Проверялось все. Мой паспорт, мое журналистское удостоверение, даже старая визитная карточка, где было написано «Владимир Мукусев, депутат Верховного Совета», и то проверялось со всех сторон, и все это под гогот, все это под хамские замечания, все это под «Кто такой Мукусев, мы не знаем, и что это ты здесь делаешь?» Ты. Ну да ладно, я, в общем, давно как-то перестал, честно говоря, обращать внимание вот на этих охранников, зная, что... За ними всегда кто-то стоит, не сами же они, так сказать, делают все то, что делают. Я давно перестал верить в какие-либо случайности и совпадения. Но вот на этот раз мне очень хочется верить, что это совпадение, совпадение того, что сейчас произошло у входа в здание администрации Сергиева Посада, и темой нашей передачи, а вернее героиней нашей передачи, и тем, что с ней случилось. Речь пойдет о Галине Васильевне Старовойтовой. И об этом давно здесь знали, что эта передача готовится. Примерно месяц назад мы встретились с Галиной Васильевной в Думе. Я рассказал ей на обычный вопрос, как дела, о том, что вот замечательная телекомпания «Тонс» пригласила меня работать сюда, замечательный Сергиев Посад. Она прекрасно знает Сергиев Посад и тех, кто здесь работает. Часто бывает в Лавре, бывало в Лавре. Поздравила меня с тем, что вот, наконец-то я снова, так сказать, на экране, хотя и вот в этом городе, а не на бывшем центральном телевидении. И пообещала мне при первой же возможности приехать сюда. И мы с ней договорились, что это будет либо сегодняшняя пятница, либо следующая пятница после выборов в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Но вот нет ее сегодня, не будет ее и после этих выборов по известным вам причинам. Нас с Галиной Васильевной
познакомил первый съезд народных депутатов Российской Федерации. Так уж сложилось, что тогда поздравляли тех, кто родился в дни работы этого съезда. Вот в один из этих дней, 17 мая, была поздравлена Галина Васильевна Старовойт и Владимир Викторович Мукусев, значит, вот народные депутаты России. И мы с ней, так сказать, кивнули друг другу, до этого мы не были знакомы, и как-то с тех пор и стали друг друга называть братья-близнецы. Ну что брат-близнец говорила она мне, что сестра-близнец говорил ей я при встречах. Встречи были нечастые, но интересные. Мы как-то работали вместе, хотя и как бы в параллель. Я очень много занимался проблемами Нагорного Карабаха и пытался что-то сделать как член Комитета по правам человека Верховного Совета в решении этого конфликта. И я практически везде, где был, слышал, здесь была Старовойтова, и вы не представляете, как она много и серьезно помогала для того, чтобы этот конфликт разрешить. Встречались мы с ней и на самых различных тусовках, теперь уж можно так назвать, демократических тусовках, потому что оба принадлежали одной партии, партии «Демократическая Россия». Так вот, мы договорились, что Галина Васильевна будет здесь, но ее здесь не будет. И я решил сегодня показать вам несколько фрагментов интервью. Я очень мало брал, к сожалению, у нее интервью. Несколько фрагментов, которые видели только в Новосибирске. В 91 году я уехал, как вы знаете, в Новосибирск. Кто из вас следил за историей взгляда? И работал там 3 года. Так вот, там, в Новосибирске, это интервью видели. Интервью это было снято в начале 91 года, в апреле месяце. Напомню для тех, кто в эти годы смотрел телевизор, или скажу что-то новое для тех, кто выбрал Пепси. В 91 году, в начале года, Россия пережила первый и очень серьезный шок. На улицах столицы, на улицах Москвы, появились танки и другая военная техника, и войска. Причем это был не парад и не подготовка к параду. Впервые власть таким образом решила разобраться с набирающим силу демократическим движением. Это была истерика, истерика Горбачева. И только воля съезда народных депутатов не поставила тогда страну за грань кровавого конфликта в Москве. Конфликт удалось предотвратить. Прошло совсем немного времени после этого. На очередном съезде я взял небольшое интервью у Галины Васильевны. Как депутат от Армении я много раз видела танки на улицах Нагорного Карабаха, на улицах Степанакерта, Еревана, в других местах, в Вильнюсе мы видели. И понимали, что это придет однажды в Москву. Более того, мои друзья армяне из комитета Карабах, которые сейчас занимают ведущие ключевые посты в Армении, а были политзаключенными, и мы помогали их из тюрьмы, в общем. Они даже говорили такую вещь: чем раньше это в Москве произойдет, тем лучше. Я говорила: побойтесь Бога, о чем вы говорите, зачем нам танки в Москве? Они говорили: без этого Москва не поймет до конца ни нас, ни того, как труден путь этот к демократии. И вот появилась эта боевая техника, появились эти овчарки, появились газы, дубинки и так далее, щиты. Вся эта устрашающая сила двинулась на народ, но столкновение, к счастью, не произошло. К счастью, не было кровопролития. Мы были на волосок от него. Мне кажется, что противостояние и здешнее, и за пределами Кремля сегодня сделало шаг к круглому столу, к коалиционному правительству, к возможности компромисса. Потому что трудно сказать, кто сегодня оппозиция. Силы почти равны. И еще по одной причине. Потому что здесь, в этом зале, ни у одной из фракций российских депутатов нет своей армии, своего КГБ и МВД. А у союзных имперских структур все это есть. И если будет сила, которая помешает нам провести мирную бескровную революцию, мирную смену режима, опостылевшего уже народу режима, переход к цивилизованным формам государства, правления, экономики, вот если будет сила, которая этому помешает, то она будет исходить, конечно, от имперского центра, то есть из соседнего здания, вот здесь же, внутри Кремля. Хотелось бы очень надеяться, что этого не произойдет. Но, между прочим, давайте посмотрим вот на тот балкон, где стоит, одиноко стоит штандарт президента, знамя Советского Союза. Обычно это признак присутствия президента в любом государстве. В Белом доме тоже флаг
звездно-полосатый поднимается в тех случаях, когда президент Буш на месте. И у нас обычно в святом месте это пусто не бывает. Но весь съезд, он уже идет к концу, остался последний день, президент не появился рядом с этим символом государственности. Нормально ли это? Президент обижен на российский парламент, здесь звучит критика ему, требования отставки, здесь заслушали шахтеров и другие силы. Президент сидит в своем каком-то замке, там по соседству. Его не позвали сюда. Может быть, он ждет этого, может быть, он не принял бы этого приглашения. Мне кажется, что сегодня с позиции побеждающей демократии, с позиции великодушия, имело бы смысл его пригласить. И я об этом говорила в президиуме и Борису Николаевичу. Он думает о том, в какой форме это сделать. Я не знаю, успеет ли он принять такое решение до конца съезда. Я бы сегодня пригласила президента. Пусть он выступит или молча посидит с нами. Он ведь россиянин. Это не значит, что я отказываюсь от своей позиции. А позиция моя, как известно, резко критическая в отношении президента и его политики. Вы знаете, я требовала его отставки вместе с моими коллегами-учредителями газеты «Московские новости», пожалуй, вполне определенно только после Литвы. Вот какой-то период, месяца полтора-два после Литвы, да, требовала. До этого я относилась очень осторожно к требованию отставки и президента, и Рыжкова. И я, например, никогда не требовала отставки маршала Язова, хотя не потому, что мне симпатичная эта фигура. Потому что я смотрю, а кто дальше? Вот вернемся на полгода назад, сентябрь. Все кричат: отставка Рыжкова, долой Рыжкова, правительство в отставку. Хорошо. А что дальше? Разве у оппозиции есть теневой кабинет? Разве у оппозиции есть замена? Допустим, уходит один Рыжков, а остаются Язов, Крючков, МВД, там, Министерство финансов, которое нам печатает и печатает бумажные деньги. И у оппозиции совсем нет замены. Ведь очень опасно оставить эти структуры, так сказать, бесхозными. Поэтому надо дозреть до требования отставки, имея альтернативный кабинет. Как есть во многих странах, везде, где есть нормальные парламентские силы. И вот сегодня я, пожалуй, не поддержала бы безоговорочно требования моих коллег об отставке президента Горбачева, несмотря на всю аморальность той линии политической, которую он ведет, несмотря на всю ту кровь, которая пролилась в годы его правления, и за которую он, конечно, несет ответственность как первое лицо в государстве здесь. Независимо от того, отдавал он конкретный приказ где-то или не отдавал, это меня даже не так интересует. Почему я не требую этого сегодня? Да потому что мы должны использовать все наши исторические шансы, потому что за ним в затылок стоят более реакционные силы, потому что у нас альтернатива – диктатура, хаос, который тоже кончается диктатурой, причем твердая рука диктатуры совсем не заменит хаос, это будет не диктатура вместо хаоса, а диктатура вместе с хаосом, но в условиях нашей российской необъятной всей этой, не знаю даже каким словом назвать, страну нашу бедную, несчастную. Сегодня альтернативой является коалиционное правительство, круглый стол даже с нашими политическими противниками, с теми силами, с которыми нам трудно и психологически неприятно сесть за стол переговоров. Вот слушаю я сейчас Галину Васильевну, и я специально поставил титр «Апрель 91 года», потому что поменяй фамилию Горбачев на фамилию Ельцин, ну и несколько фамилий на другие фамилии. Ведь фактически все, что происходило тогда, очень похоже на то, что происходит сейчас. И у меня есть ощущение, что Галина Васильевна была именно и сильна, и страшна своим политическим противникам тем, что без истерики, на блестящем русском языке, согласитесь, язык удивительный. Мы очень редко слышим такой язык. Такой русский язык экранов нынешнего центрального, условно-центрального телевидения. Что давало возможность Галине Васильевне делать такой блестящий анализ ситуации? Ну, прежде всего, ведь она этнограф. Она была этнографом, а это значит историком. То есть все то, что она видела сегодня, она прежде всего проецировала на то, что происходило и много лет, и совсем недавно, в разных странах и, конечно же, в России в первую очередь. У нее был блестящая возможность сравнивать ситуации, сравнивать события, а значит, практически всегда делать выводы, которые полностью потом подтверждались. Кроме того, ну, говорят, не знаю, об этом или нет, она же прекрасно навеяла
виолончели, и она Овидия читала в первую историю, она читала по латыни, она знала несколько языков. Это был блестящий, эрудированный знаток не только русской истории, не только этнографии, а и человеческих отношений. И, конечно, ее очень волновало не только то, что происходило в далекой истории, или то, что происходило на политическом Олимпе. Ее волновало и то, что происходило в Москве, и то, что происходило в Московской области. И я хотел бы дать маленький фрагмент передачи, который я готовил в то время, когда руководство Московской области решало, понятно, по каким причинам, проблему. Нужен ли профессиональный парламент Московской области или нет? И вот послушайте ее мнение. Есть некоторый юридический казус. Идут выборы, кандидаты готовят свои платформы, они выступают перед избирателем с какими-то обещаниями, но они пока что понятия не имеют, в каком парламенте они будут работать. То ли они как общественники будут приходить, там, не знаю, как народные дружинники и комсомольцы на какие-то мероприятия время от времени, то ли они могут обещать полноценную законодательную и иную помощь и защиту своему населению, будучи профессиональными парламентариями. Какого класса и какого сорта и с каким уровнем образования, это, повторяю, другой вопрос. Мы же сейчас не на 3-5 лет создаем законы, а все-таки на много лет. Может быть, в 2000 году будет выбран уже совсем профессиональный и хороший парламент в Московской области. Я, насколько слышала, все политические партии дружно не принимают это предложение от демократов до коммунистов, чтобы парламент был такой, ну, приходящий и случайный. Резоны здесь совершенно ясны, господина Тяжелова, и понятны, и многие, благодаря пропаганде телевизионной, в том числе, не в обиду будет сказан телевидению, многие сегодня скажут, что да, эти дармоеды, болтуны, там сидят, вон в Госдуме кормим нахлебников, вот еще тут будем кормить нахлебников. Но вы подумайте, на каждого депутата Московской области сегодня 50 депутатов на 5 миллионов избирателей, приходится 100 тысяч жителей, 100 тысяч человек. Это огромная работа. Мы оказываем огромную помощь исполнительной власти. Любит она нас или не любит, но мы берем на себя тот удар, который она не берет на себя. Не идут к губернатору и не достучаться до него, и занят он, и не пройти сквозь заслон чиновников простому человеку. А к депутату они приходят? К депутату они приходят. И вот если бы мы сидели здесь сейчас вместе с Галиной Васильевной, то тема нашей передачи была бы одна. Может ли женщина в России стать президентом? Депутатом – да. Министром, да, это даже в советские времена приветствовалось. Была специальная женщина-министр. Не потому, что был министр хороший, а потому, что была женщина нужна. Так вот, я не знаю, как бы Галина Васильевна рассуждала на эту тему сейчас, но год назад я в одном из выпусков передачи «Объясните простому человеку» попытался разобраться с этой темой. И первая, к кому я приехал, была Галина Васильевна. Она ему сказала: «Володя, вы знаете, давайте так, либо это будет длинное, серьезное интервью, либо, если вы в своей стилистике сделаете как бы журнал, то есть нарез различных мнений по поводу того, может женщина быть или не может и так далее. Вы знаете, я бы не очень хотел в этой передаче участвовать. И я, честно говоря, ее понял, потому что, ну, действительно, на самом верху нынешней, сегодня властной лестницы, даже близко нет, наверное, женщин, да простят меня, милые дамы, по уровню способных конкурировать с Галиной Васильевной Старовойтовой. И тем не менее, давайте мы посмотрим эту передачу и немножко снимем, что ли, вот эту, этот акцент, акцент памяти в этой передаче. Давайте вообще поразмышляем на тему, может ли в нашей стране президентом быть женщина. Я напомню, это прямой эфир, а значит, наш телефон 422-29. И я бы очень хотел, после того, как вы посмотрите маленький фрагмент этой передачи, услышать и ваше мнение. Зачем же такую ношу взваливать на женские плечи? У нас в стране еще есть мужчины. Хочется надеяться. Быть лидером – это не для русской женщины. Почему? Ну, такие, наверное, российские традиции. Мне так кажется. Вы согласны, может быть, с этим? Я не прав. Мне бы хотелось, чтобы женщина, но ведь нет такой женщины. Страной править, это ведь народом, это же, ой, это не так себе. Это не корову со двора выгнать. Сегодня это нереально, не изберут. Почему? Это так же, как стать негром президентом Соединенных Штатов. Общество не готово к тому, чтобы женщина управляла. Наверное, она еще не дошла созрела до еще, этого. Не дошла, не созрела женщина, чтобы быть президентом.
Может ли женщина быть в России президентом? А почему вообще возникает такой вопрос? Что женщина, она не человек? Вот понимаете, потому что, мне кажется, он сам вопрос, он дискриминационный. Потому что если женщина в нашем обществе равный партнер мужчине, то она может быть президентом. В нашей стране женщина президентом быть не может. И прежде всего потому, что большинство избирателей в России женщины, и они никогда не изберут среди своей среды кого-нибудь на пост главы государства. Я думаю, что обстановка жизни и личная, и социальная, и политическая организована пока что в нашей стране так, что женщине очень трудно выйти на ту роль, где можно уже претендовать на что-то. А с другой стороны, те женщины, которые выходят на такие роли, ну, их очень трудно уже женщинами назвать. Я думаю, что, так сказать, нашим бабам лучше всего на кухне, так сказать, заниматься хорошим делом и в постели. Единственное, это кинуть, бросить лозунг, что только женщины сейчас могут спасти российских мужчин, понимаете? Потому что, ну, к сожалению, наши мужчины, как биологический вид, просто на грани вымирания. Вот они, я думаю, что их вот такое самомнение о том, что, ну, что там женщина, место женщины, где там, сами знаете, и куда ей, это от своей закомплексованности, от своей неуверенности. Сразу однозначно скажу, что сегодня женщина не может быть президентом по ряду обстоятельств. Хотя именно сегодня нам архи необходим в стране женщина-президент. Вот как это не парадоксально. Такого президента больше ни у кого нету. Конец связи. Сразу не расстраивайте. Сперва об успехах доложите, а уж потом про забастовки и... Не очень ученого. От меня большой. Удивительно, это все-таки передача «Куклы». И не только потому, что делают ее, безусловно, веселые и талантливые люди. Если смотреть внимательно каждый выпуск, то можно безошибочно определить, практически безошибочно, истинное положение дел на нашем политическом Олимпе. Заметьте, в политические игры играют исключительно куклы мужчины. Кукол женщин нет. Наши дети тоже, как и взрослые, играют в политические игры. Например, с прошлого года в детских садах Москвы самая популярная игра – это выборы. Там, где мы побывали, не просто выборы, а выборы президента. Мы должны назвать, кто будет президентом. Ну, и кто? Илюша! 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 Илюша, подожди секунду, подожди. Ты постой здесь, да, секунду. Нет, ты встань. Итак, первая кандидатура у нас Илюша. Почему Илюшу? Он у нас в доме живет, и он с нами дружит. У него штаны сползают. У него резинка. А это ерунда. Мы ему другие штаны купим. Когда будет президентом, он же будет богатым человеком, он себе другие штаны купит. Илюша, ты хочешь быть президентом? Почему? Ненавижу больше всего быть президентом. Чего ты ненавидишь больше всего быть президентом? А почему? Потому что там очень сложно. А что там сложно? Подождите, дети, видите, как серьезно? Это называется самоотвод. Кого еще мы выберем президентом? Витю. Витю, Витя, где у нас Витя? Витя, вставай. Почему у нас так? Вот мужчина у нас президент, а женщина почему не может быть? Потому что мы, как говорится, мужчин сами заставляем думать, что мы умеем только стирать, гладить, ухаживать за ними, ну, любить их, и все, и больше ни на что мы не способны. Витя, рассказывай, ты можешь быть президентом? Нет. Почему? Кто ненавидит. Подождите, дети, давайте послушаем Витю. Потому что я не умею прописные буквы писать. Так. И цифры. Так. Это серьезно. Так, дети, давайте другую кандидатуру. А я умею писать прописные буквы, но не все. И цифры умею писать. Как вы думаете, как тебя зовут?
Катя. Как вы думаете, дети, Катя, можно быть президентом? Я тоже некоторые умею поправить прописные буквы. Так ты же решила, что ты будешь писать какие-то документы? Да. Лидеры, кто у вас в группах в основном? Девочки. Ну потом где-то действительно это вот забивается, и все. Этого больше не видно и не слышно. А вообще, вот может ли женщина быть политиком? Я лично считаю, предназначение женщины – родила, расти детей, корми, пои, выращивай будущее поколение. Зачем женщине сейчас соваться в политику? Какая необходимость? Я думаю, что не каждый бы, вообще никто бы не согласился пойти в эту большую политику, потому что это действительно будет заброшен дом, будут заброшены дети. И в этом плане, что каждый должен принадлежать своему дому. Вот любой из нас, кого не возьми. Я хочу у вас спросить, почему ваша конкретная мама, не абстрактная, а ваша личная, каждого мама, не может быть президентом? Почему? Ну-ну-ну. Потому что ей дома надо работать, цветы поливать, убирать пыль, мыть полы, стирать. Просто женщину у нас, серьезно, никогда не воспринимали. У некоторых мужчин бытует такое правило, то, что сказала женщина, выслушай и сделай все наоборот. Потому что с ее мнением мало кто считается. Пусть даже тот же мужчина разобьет свой лоб, не прислушавшись совету женщины, но после нескольких попыток своих неудачных он все равно вернется и сделает так, как советовала ему женщина. Почему девочка может быть президентом? Или почему девочка не может быть президентом? А потому что они не то сделают. Кто? Они не то сделают. Девочки. Да. Девочки не то сделают, если их выбрать президентом. Да. А почему? Потому что они запутаются. Девочки они запутаются, что говорить. У них меньше сил, чем у мальчиков. Да. И еще у них меньше вот этого. Вот мозгового. Чего? Мозгового. У девочек меньше мозгов? Да. Это кто ж такое сказал? Марина! Нет, я о том, что неужели вот у тебя меньше мозгов, чем у Саши? Нет. У Марины больше, а у Саши меньше. Тут ей не дадут вырваться, ей не дадут подняться. А вот кто? Я хочу узнать это общество наше, наше общество. Нам нужен сейчас такой мужчина, чтобы взял в кулак всю нашу страну, извините. Так. Да, наподобие Иосифа Виссарионовича Сталина. Сегодня России не сильная рука нужна. Сегодня России нужна мудрая голова, чистые руки и отзывчивое сердце. И вот с такой харизмой в основном может быть только женщина. И у нас есть такие женщины. Если вот мы просмотрим рейтинги, то там первые места, во всяком случае, самое первое место занимает Старовойтова. У нее хороший имидж, у нее ясно мыслящая голова, четко представляет программу, как мне кажется, по которой можно вытащить Россию из этого кризиса, но массы ее не изберут. Вы знаете, что ныне реальность очень цинична, и для того, чтобы оказаться наверху, для того, чтобы тебя показывали по ведущим каналам телевизионным, чтобы тебя как бы раскручивала пресса и так далее, ну, определенная мощная финансовая, политическая и иная элита должна просчитать и сделать ставки. Но для этого надо, во-первых, чтобы в тебя поверили. Я страшно не хочу быть ангажированной. Я страшно боюсь, что в свое время, достигнув чего-то, придется отрабатывать интересы именно тех, кто тебе помогал на этот политический олимп. А это чревато, понимаете? То есть самое главное вот в процессе этого восхождения не растерять себя, не растерять свои принципы, не растерять, вот, скажем, ту живую связь с людьми, но которая для меня это самое главное. Женщина, политик, в отличие от мужчины, политика, она больше ориентирована не на самовыражение или там властные интересы такие сильные, мощные, обычно мужчины движут именно этим, это мотивация, а больше вот как-то на защиту обиженных, оскорбленных, угнетенных. И она, когда включается в какую-то политическую борьбу, то это всей душой, всем сердцем.
Политика не может быть грязным делом, не может быть никакое дело, никакая профессия не может быть сама по себе грязной. Грязные могут быть люди, которые занимаются тем или иным делом, и то есть их методы. Что может женщина, и может быть в данной ситуации, как никто другой? Во-первых, с одной стороны, она может просто принять и освоить те правила игры в политике, которые ныне существуют, эти мужские правила игры, принять, освоить и переиграть. Но она может и навязать свои правила игры, и тоже выйти победителем. Сегодняшние проблемы и преобразования все в нашем обществе, они в основном происходят от того, что женщины, они как бы отстранены от принятия важных государственных решений. Принимается ли, например, экономическая реформа? Женщины принимают участие или нет? Нет, женщины не принимают участие. Принимается, например, какая-нибудь программа, обсуждается на уровне правительства. В основном это обсуждают, ну, может быть, основное решение принимают, конечно, мужчины. Может быть, поэтому наша экономическая реформа за эти годы, она не имеет социальной ориентации. Может, из-за этого сегодняшние все сложности и тяжести именно на плечах простого человека. То есть для того, чтобы решение было гармоничное, правильное, нужно учитывать и мужской пол, и женский пол. И когда принимается решение только одной половины, хоть говорят ее сильной, но не всегда это решение бывает правильное. Женщинам у нас не до общего избирательного права. Женщины у нас для того, чтобы смотреть за хозяйством, за детьми, да за печкой. Из речи депутата Кругликовой, депутата Госдумы, март 1906 год. Почти 100 лет назад мы начали говорить на уровне государственной власти о равенстве мужчин и женщин. Мы продолжаем говорить, а в некоторых странах женщины не просто управляют государством, а даже прекращают войны, как это сделала великолепная Виолетта Чаморро. Женщина в мире очень высоко себя зарекомендовала. Мы знаем, вот уже в 20 веке много и президентов, и руководителей правительств в ряде государств, которые как бы прославили свои страны. Ну, достаточно сказать или назвать такие имена, как Индира Ганди, в Филиппинах, даже вот Голда Мейер в Израиле, или Маргарет Тэтчер, которая всем нам известна. Мы знаем, что в северных странах, таких как Финляндия, Швеция, Норвегия, больше 20% членов правительства, министров являются женщинами. Таким образом, можно сказать, что женщина, ну, как бы ничем не хуже, а может быть, в каких-то вопросах даже лучше себя проявляет как руководитель общества, страны, государства, правительства. Мне кажется, что Мадлен Олбрайт тоже вот заявит о себе в этом смысле и как бы вот поддержит женскую половину общества относительно возможностей женщин быть в руководстве государством. Мы можем посмотреть и на историю нашей страны, на историю русского государства, на деятельность и роль императриц после Петровской эпохи, Екатерина I, Елизавета и особенно Екатерина II, в общем-то, прославившаяся в российском государстве как такая, ну, активная и сильная правительница. Дорогая, что там за страна у вас? Что? Ну, что за страна, которую вы видите во сне? СНГ. А что это такое? Не знаю. Да они сами не знают. Однако же, там есть правительство. Там у них много правительств. Что значит много? Кто-то ведь руководит державой.
Царь там есть? Нет. Они давно без царя живут. Куда же он подевался? Не знаю. У них там какая-то революция произошла. С тех пор они стали без царя жить. Значит, демократическая республика. Как у французов. Не знаю. Да они сами ничего не знают. Но какое-то устройство должно быть у государства. Какой-то порядок существует в стране? Да нет там никакого порядка. Как же может такая держава существовать? А вот существует. Женщина и политика, они одного рода. Политика женского рода, война женского рода, мир только мужского рода. Что у женщины меньше интеллект, тем у мужчины не меньше. Физически женщины дольше живут. Так что выгодно даже женщину выбрать президентом, чем мужчину. Дольше, на 7 лет живут в России женщины. Так что надо голосовать за женщин. Дешевле содержать будет женщину нам, президента. Женщины меньше едят вообще. Меньше пьют. Вообще меньше склонны к агрессии женщины. Так что, наверное, выгоднее будет нам прекратить эру мужчин, чтобы они были у нас президентами, и перейти к эре женщин. Это поза. Это поза, это желание. Но они, если женщина не пойдет голосовать за женщину, то мужчина тем более не пойдет за женщину. Именно вот из-за этого подкоркового своего, понимаете, вот сознание о том, что вот женщина второго сорта. А показать, конечно, что он прогрессивный человек, что демократ, это очень важно. Конечно, он так ответит, но это не есть на самом деле так. Ночная кукушка, говорят, дневную перекукует. Ну, что ж кукует жена? Говорит тебе вот это, вот это, вот это. Так что у женщин большой вес есть на политиков, которые у нас сейчас руководят нами. Ну, Черномырдин, жена Черномырдина, должна Виктор Степанович говорить, вот это надо делать. Рубль надо наш укреплять, зарплату надо повышать, пенсии надо платить. Против НАТО нужно бороться, понимаешь? Нет, женщин сделать не 8-часовой рабочий день, а 5. Вот она должна. Так же Борис Николаевича там жена потихонечку, как говорится, каждый день капать, 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 им, чтобы они проблемы страны решали. Главное стать женой президента или женой премьер-министра. Это лучше намного. Или женой банкира. И говорить им, делайте, мужчины, вот это. Вот суть руководства. Вот суть женщины-политики. Политика. Можно и дома делать, в спальне, на кухне политику. Да. Конечно, мужчина оскорбляется, когда женщина вровень идет с ним. Вот, вы понимаете, потому что вот особенно мужчина-руководитель, насколько глубоко сознание, что женщина – это человек второго сорта, что вот, ну, вы же знаете, на многих предприятиях за одну и ту же работу, занимаемую мужчиной и женщиной, женщина получает меньше. Наша вся социальная политика по поддержке женщин, она строилась на женщину вообще, а не на реальные социально-демографические профессиональные группы. В обществе царили ценности не семьи, а производства. Многие женщины, которые ориентированы на семью, они формально присутствовали на производстве. Государство не было готово вот удовлетворить эту потребность женщины. Быть просто матерью, быть просто женой. Но оно не было готово удовлетворить потребности женщины, ориентированной на карьеру, которая хотела идти, значит, вот, по своему карьерному пути вровень с мужчиной. Локтями пробивать себе этот путь. Наконец, на женщину ориентирована и на профессию, и на семью, чтобы дать ей возможности вот удовлетворять все вот эти ее запросы. В свое время в серии частушек, значит, мы создали еще и такую частушку вот про возможность женщин заниматься политикой, про объединение женщин России. Звучит она так. Я за женщину России бюллетень не опущу, лучше женщину России к себе в койку затащу. Вот, пожалуй, это квинтэссенция моего отношения к проблеме женщины-президента в России. Неравноправие реальное, оно в головах и у женщин, и у мужчин. Вот формально в законе все в порядке, а в головах. И чаще, может быть, именно мужчины позволяют себе это, какую-то дискриминацию, именно потому, что они знают, что женщина им это спустит. То
То есть вот как бы ложится это на такую благодатную почву. То есть вот когда это уходит изнутри, тогда я думаю, что все в порядке. Я вот общаясь со многими женщинами-политиками, вижу, как сильно их поведение, заявление, позиция зависит от настроения. Понимаете, вот психика мужчин более стабильна, к счастью. Нет, конечно, есть предубеждения, есть дикие нравы, есть мнимое преимущество мужского пола. Но для меня это несущественно. Преодолевайте, побеждайте, завоевывайте, очаровывайте, добивайтесь своего. Вот ты что, молодец, я ее видела не раз живьем. Она вот, знаете, как на мужчин, вот так. Я вам сказала! Сидят. И так, только так можно было порядок сделать в государстве. Вот она его сделала, и Англия процветала. Ушла она. И мейджор, к сожалению, хоть ее ученик, но не дает того в мире веса Англии, который был при Тэтчер. Атмосфера, которая была в нашем коллективе, не позволяла ощущать, что мы испытываем женщины со стороны мужчин неравноправие. Однако я не могу сказать, что в последующем, вот в последние годы я с этим не сталкивалась. Конечно, я испытала, если можно так сказать, определенное мужское, я не знаю, как сказать, даже, может быть, поточнее и потоньше, но определенные чувства неуверенности мужчин, когда рядом с ним или с ними стоит женщина, которая не уступает им во многих сферах. Конечно, я слышала, в основном это было вне стен банка, что раз она женщина, значит, она не может возглавлять такое учреждение. Такая точка зрения также была. Я вообще благодарна всем тем мужчинам, которые в политике как-то вот на каком-то этапе, с которыми мне приходилось как-то соприкасаться. С позиции сегодняшнего дня и сегодняшнего опыта, если мешали не кто-то из мужчин, а может быть мешали внутренние проблемы мои, там, понимаете, и неуверенность в себе и так далее. Вот сейчас этого нет. Сейчас я уверена в себе, я знаю, что я сильный человек, я знаю, чего я хочу, я знаю, как многие вещи представляю, поэтому я и не считаю, что мне кто-то из мужчин может помешать. Не считаю этого. Я считаю, что мне никто не сможет помешать добиться того, чего я хочу. Женщины никогда не будет, мне кажется, в ближайшие 50 лет президентом России. Ближайшие 10 лет, к сожалению, это не предвидится. Не думаю, что вот такие перемены произойдут в течение ближайших 10 лет. Сейчас, к сожалению, доподлинно известно, что в Российской Федерации, нашей с вами родной России, может быть, когда-нибудь будет президентом, или, как уж будет называться, глава государства, может быть, будет женщина. Может быть. Но без всяких может быть. Сегодня уже известно, что никогда главой государства у нас не будет Галина Васильевна Старовойтова. Сейчас выдвигается много версий, в том числе и в журналистских кругах, по поводу этого преступления. Позволю себе высказать свою. Может быть, у кого-то будет другая. Мой телефон 422-29, так что прошу, звоните. У меня есть ощущение, что сейчас на политическую сцену не открыто, скорее всего, не открыто, вышел будущий, не просто кандидат в президенты, а президент России. Причем вышел с такой командой и с такой подготовкой, которая сводит к нулю возможность проигрыша в будущих президентских выборах. Этот человек, повторяю, может быть, мы знаем его фамилию, может быть, еще и нет, он не допускает промахов. И сегодня он начал с того, что убирает с этого будущего поля, политического поля, поля политической игры, фигуры,
возможно, которые он сам считает слабыми. Наверное, на будущих президентских выборах, если бы Галина Васильевна была жива, вряд ли бы она победила и вряд ли, может быть, даже и участвовала. Но на всякий случай с этого поля он убирает фигуры, которые могут внести некую сумятицу или элемент неожиданности в его уже железно составленной игре, железно составленным правилом, по которому он решил прийти в Кремль. Повторяю, это сугубо личная точка зрения, потому что существует и совершенно другая точка зрения, что, может быть, все дело в этих самых выборах, ленинградских выборах, которые, санкт-петербургских выборах, которые вот будут через неделю. Что мнение Галины Васильевны, ее авторитет, ее имя могло серьезно повлиять на результаты этих выборов и провести в законодательное собрание Питера тех людей, которые, может быть, составили бы серьезную конкуренцию тем, кто представляет криминальные круги. А сейчас уже ясно, что криминальные круги активно идут во власть. Возможно, эта версия тоже верна, а может быть и третья. Ведь Галина Васильевна Старовойтова – это человек, который реально мог бы объединить действительно демократов. Но не Кириенко же, правда? А Галина Васильевна, так сказать, всей своей жизнью доказала, что политик может быть не только со светлой головой, не только со здравыми, правильно литературно построенными речами, но этот может быть человек и с чистыми руками. Может быть и так. Во всяком случае, то, что вы мне не звоните, по всей видимости, говорит о том, что у вас-то есть свое мнение, но, наверное, вы ждете, что скажут специалисты. Действительно, в конце концов, когда-нибудь хочется услышать от генерального прокурора не некое улавливание политической, в данный момент очень важной струи, исходящей из Кремля, а действительно реального, жесткого человека, обладающего всей полнотой власти, всей полнотой закона и всей полнотой возможностей расследовать преступления. Мне послышался, что был звонок. Может быть и так, но я знаю, что, скорее всего, мне бы не хотелось, чтобы это было так, но, скорее всего, с убийством Галины Васильевны, с его расследованием будет примерно та же картина, которая была и со всем тем, что произошло с убийством моего друга, коллеги, ученика в какой-то степени, Влада Ильича. Ведь сегодня фактически в журналистских кругах нет человека, который бы не знал имен заказчиков убийств. Знают эти имена и в Генеральной прокуратуре. Однако дело до сих пор не передано в суд. Боюсь, что в этой ситуации будет то же самое. Хочу сказать одно. Я не помню, кто предложил, но по телевидению прозвучало такое предложение. Погасить на 2 минуты свет в 8 часов вечера в день похорон Галины Васильевны. Действительно, энергетики могли с точностью до нескольких тысяч человек посчитать, сколько таких людей нашлось в Москве. Их нашлось 2 миллиона человек. Я живу на улице Огарева в самом центре Москвы. Достаточно высоко находится моя квартира в доме. И перед моими окнами, в общем, была панорама Москвы. Я видел своими глазами. Действительно, хотелось бы, чтобы света в окнах было меньше. После того, как погасил его я подошел к окнам и стал глядеть, как гаснут лампочки, как гаснут окна. Но передо мной, прямо перед окнами, огромное каре Института Гайдара, Института экономики переходного периода, как пылало всеми огромными стеклянными своими зеркальными окнами, так и продолжало пылать. Ни одного окна в институте Гайдара в это время не погасло. Ничего не хочу сказать по этому поводу. Просто когда я видел это перед собой, это вот море света Гайдаровского института и притемненную Москву, я вспомнил один из съездов народных депутатов, где Гайдар отчитывался –
за то, что было сделано его правительством за год. И на обсуждении его выступал тогда Омар Гумерович Тулеев. Я очень хорошо помню одну его фразу, которая полностью объяснила тогда все, что сделало правительство Гайдара. «Прочмокали страну», — сказал он. Меня тогда это возмутило, потому что я как бы принадлежал к другому политическому лагерю. И вообще, как бы, так сказать, мне показалось, что это немножко по-хамски даже как-то сказано. А ведь сказано-то в самую точку. Действительно, прочмокали страну, прочмокали демократию. Извините, прочмокали прекрасную женщину, Галину Васильевну Старовойтову. И закончить эту передачу я хотел бы тем вопросом и, собственно, ответом Галины Васильевны, тем вопросом, который я не мог не задать тогда, в 91-м году, даже не подозревая, какой ответ на него я получу. Даль, за далью даль. Вот следующая даль Галины Васильевны Старовойтовой. Какова? Ну, трудно сказать. Сегодня, завтра, через месяц. Я настолько загружена сегодня. То, что будет со страной, то будет и со мной. То, что будет с моими избирателями, то и со мной. У меня два округа. Я еще член высшего консультативного координационного совета при Борисе Николаевиче Ельцине. Сегодня получила, кстати, удостоверение очень красивое. Но, между прочим, не получаю за это ни копейки денег, что тоже звучит со страницы Советской России. Нет, вообще, там же звучит как раз, что вы чуть ли не миллионерши стали после этого. Да, я вообще не получаю ни копейки денег вот здесь, в российском парламенте, даже как депутат. Потому что можно получать в одном месте только эти депутатские 200 рублей, я их получаю в союзном парламенте. Я думаю, он не обеднеет, лучше оттуда взять деньги, чем разорять Россию. И плюс за мою обычную зарплату научного сотрудника в Академии наук, где я осталась работать, написав заявление, что прошу на 3/4 рабочего времени освободить меня для выполнения депутатских обязанностей. Так что здесь, можно сказать, я работаю на общественных началах. Но загрузка очень большая. То, что будет происходить с Россией, с нашим парламентом, будет и со мной. Через 2 месяца, конечно, нас ждут более тяжелые времена, надо быть к этому готовыми. Знаете, вот упрекают демократов, что они выводят людей на митинги, что это охлократия, что это толпа и так далее. Это как раз наши митинги-то отличаются очень высокой сознательностью, дисциплиной, духовностью, стремлением к свободе людей. А вот если через месяц или два, когда люди уже реально сопоставят свою зарплату плюс компенсацию с теми ценами, которые есть, и увидят, что им не прожить до конца месяца, вот не протянуть, не накормить своих детей, что цены повысились, а товаров не добавилось, вот тогда на улице может выйти совсем другая стихия, совсем другие люди, и с ними не справятся, может быть, ни демократы, ни сила какая-то, жесткая рука, которую сегодня призывают. Вот это будет гораздо более опасная ситуация. И мы должны в этих условиях иметь сильную российскую государственность, о строительстве чего и идет сегодня речь, и против чего так упираются депутаты блока коммунисты России. Нам нужен президент России, и нам нужен человек, способный защитить суверенитет России в условиях шаткости вот той власти на том балконе. Надо, чтобы что бы ни случилось там в имперских структурах, мы бы сохранились, выжили и смогли пережить этот трудный период. Поэтому заглядывать слишком далеко я не могу. Дураков, а гении. И
поверженный пою. Я воскрес и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Знаю, что вернусь, пусть даже через сто веков, в страну не дураков, а гений. И поверженный пою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Yeah.